Объеденье. Упс, это охранник. Ты что делаешь? Сперва плати, потом ешь. Вон из магазина. Привет, сестренка. Арчи, ты вовремя. Я как раз занимаюсь строительством новой кровати. Вот план. Поможешь мне? Если это будет магазин конфет, я в деле. Заработал. Правильная экипировка – это важно. А теперь доски для строительства. Молодец, сестренка. Здесь нужно подпилить. У тебя получится. Фух, это нужно перенести. Арчи, ты все это время жевал шоколад? И что? Вперед, чего ждешь? Доски неси сюда. Арчи, ты все перепутал. Нужен не шлем, а строительная каска. Теперь соберем каркас. Я помогу. Сделано. Можем собирать всю конструкцию. Приготовим детали. И закручиваем саморезы. Твоя очередь, Арчи. Сделано. Строим первый этаж. Фух, после тяжелой работы нужно перекусить. Достроим, а потом поешь. Это жестоко. Теперь ты довольна? Это еще не все. Займемся вторым этажом. Неплохо. Нужно надежно его закрепить. Это нам пригодится. Второй этаж готов. Супер. Аккуратнее, Холли. Держи. Готово. Мы молодцы. Нет? Еще немного, Арчи. Подошло идеально. Закрепим пару досок. И дополнительную стенку. Дай мне поработать. Мы договорились строить вместе. Еще одна стенка будет здесь. Саморез. Конструкция должна быть надежной. А теперь добавим прилавок. Я принес доски. Безупречно. Займемся покраской. Я покрашу прилавок. А я каркас. Работы у нас много. Нас двое, справимся в два раза быстрее. Красить валиком – мое любимое занятие. Я с тобой. Не ешь это! Добавим ярких красок. Осталось только аккуратно убрать строительный скотч. И мы превратили балки в леденцы. Я нашла горку. Вау! Что же выбрать?
Шоколадный батончик. Арчи, сперва прибей к стене полку. Готово. Все приходится делать самой. Чего-то не хватает. Придумала. Конфетный пистолет. Вот так. Теперь другое дело. Только нужно добавить иллюминацию. И у меня как раз есть гирлянда. Арчи, включай электричество. Включаю. Восхитительно. Ой, Арчи, съешь шоколадку? Светильник в форме пиньяты – это гениально! Привет, все конфеты мои! Стоп! Это светильник, здесь нет конфет! Я сразу это понял, просто пошутил. По этой лестнице я буду взбираться на второй этаж. Арчи, теперь ты! Шоколадный батончик? Может, еще один? Упс. Будет тебе урок. Матрас есть. Теперь застелим постели. Готово. Из желейных полосок получится отличная гирлянда. Не понимаю, куда она исчезла. Попался. Оставь мою гирлянду. Какую гирлянду? Сладкая вата. Много сладкой ваты. У меня родилась идея. Сладкое облако, лети! Мне нравится! Эти сладости будут идеально смотреться на стене. Арчи, как успехи? Единорог уже летит. Конфетки отправлю на витрину. Рука застряла. Разожми кулак и вытащи руку. Я с конфетами не расстанусь. Как хочешь. Есть и другой способ. Забирай конфеты. Я просто хотела распилить брусок. Займусь прилавком. Я принес стеллаж для сладостей. Нам не помешает вывеска. Готово. Сделаем из витрины конфетку. Получилось. Не хватает только столика для посетителей. И стульев. Последняя баночка. И я это сделала. Построила башню из газировки. Вау, ты молодец. Я возьму баночку. Арчи! Упс. Ваша газировка. Кому конфет, приходите к нам еще. Здесь замечательно.
Это тебе супер! Мы богаты!